вами Актер ТВ, и я телеведущая Елизавета Запорожец. Сегодня у нас в студии юная актриса Оливия. И сейчас мы поподробнее узнаем, что считает Оливия на тему актерской профессии. Привет, Оливия. Ты снималась в каких-нибудь фильмах? Снималась. Не снималась? А хочешь сниматься? Хочу. А ты кастинг проходила какие-нибудь? Нет. А ты знаешь, кто такой актер? Знаешь? Ну, а что ты считаешь? Ну, актер. Кто такой вообще актер? Подумай. По мысли. Выступает. Выступает? Вот, а как зовут тех людей, которые снимаются в фильмах? Их зовут актеры. То есть актеры — это те люди, которые снимаются в фильмах и которые относятся к этой творческой профессии. Какую ты роль хотела бы сыграть в кино? Не знаю. Ну подумай, ну какую роль? Там, роль плохой девочки, роль хорошей там. Роль хорошей девочки. Да? А как ты себе представляешь эту роль? Подумай. Ладно, а ты занимаешься в какой-нибудь студии? Нет. Не занимаешься? Ясно. А ты поешь? Ясно. Спасибо. До свидания. Заканчивай, дорогая моя. Ясно. С вами была студия. Да, с вами была студия. Нет, с вами была Елизавета Запорожец. С вами была Елизавета Запорожец, студия актер. И у нас в гостях. Да, и у нас в гостях была Оливия. Спасибо.